Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители моего канала. У меня в руках очередная посылка из Китая, заказанная на сайте AliExpress. На ощупь это задний фонарь. Я много всего заказывал, поэтому не могу сейчас сразу определить, что это за доставка. Приступаем к вскрытию данного пакета. Так. Достаем. Точно, это задний фонарь для велосипеда. Так. Ну, судя по весу, батареек тут, естественно, нету. Это крепление. Крепление очень интересное с закруткой, потому что сколько-то раз что-либо не покупал, постоянно были закручивающиеся болтики от отвертки, больше крестовой. Вот. Здесь же болтик, такой барашек, очень легко от руки закручивается. Внутри резиновая прокладка, чтобы не скользило по подседальным штырем. Так, батарейки. Сейчас я достану батарейки, проверим, как он работает. Элементы питания в данном фонаре: две батарейки 3А. Сейчас мы их поставим. Мизинчиковые батарейки, две штуки. Одну сюда, вторую сюда. Так, закрываем крышку. Так. Ага. Так. Сидит на не очень плотно, но, думаю, не отвалится. Так. А здесь три светодиода красного цвета, стекло, то есть пластмасса. Пластик, кстати, такой более-менее качественный. Ничего не отъезжает, ничего не болтается. Итак, вот он просто горит. Еще раз на эту кнопку нажимаем. Моргает быстро. Моргает медленно. Переливается с одной стороны на другую, в обратную сторону. Вот так вот моргает. С одной на другую переливается и выключается. И вторая кнопка — лазер. Вот такие два лазера. Чем выше, тем они длиннее. А так вот такие вот две полоски. Кстати, по безопасности очень даже хорошо. Издалека видно, даже вот сейчас, когда в комнате горит свет. Вот так. Ну, это, естественно, будет висеть вот так. Значит, полосы будут вот в этом направлении. И моргающий эффект лазерных полос. И выключили. Кнопки, кстати, тоже сделаны качественно. Они не болтаются, не ходят ходуном. Такие. И при нажатии жесткость у них тоже такая приличная. То есть сделано, я скажу, на совесть. 5 баллов из 5.
все отлично. А вот крепление еще проверим. Крепление. Так. Так у нас будет оно висеть. Угу. Значит, вот так. Так вот мы его. Опа. Сидит жестко. Опа. Только вот здесь вот сделан язычок. Непонятно для чего. Он вроде бы ничего такого не дает. Вот так вот. Крепим на подседальный штырь. Закручиваем. Держится крепко. Здесь ничего не болтается, не скрипит, не свистит. Все нормально. Включим. И лазер тоже. Можно поставить моргающий эффект. Все отлично работает. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, до свидания.